Саммит «Большой двадцатки» пройдет 5 и 6 сентября будущего года в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Об этом сегодня сообщил глава администрации президента Сергей Иванов. На заседании Оргкомитета по подготовке председательства России в G20 он обозначил главную цель мероприятия. Наша важнейшая задача – сконцентрировать усилия двадцатки не просто на обсуждении самых насущных проблем, но прежде всего на принятии практических решений, призванных оздоровить глобальную экономику и финансы, стимулировать экономический рост и создание рабочих мест. Российское председательство в «Большой двадцатке» формально начнется 1 декабря этого года, продлится год и после перейдет к Австралии.